Не успела турецкая провинция Ван оправиться от одного мощного землетрясения, как 9 ноября здесь произошло второе. По меньшей мере 10 человек погибли, десятки остаются под завалами, сообщает государственное телевидение. Подземные толчки магнитудой 5,7 балла произошли в среду вечером в 16 километрах к югу от города Ван. В городе разрушено 7 зданий, включая 2 гостиницы. Еще около 14 строений рухнули в других частях региона. Из-под обломков уже извлекли живыми по меньшей мере 30 человек, в том числе приезжую из Японии. Ее вытащили из-под развалин одного из отелей спустя почти 6 часов после землетрясения. По словам журналистов, под обломками могут ждать помощи еще по меньшей мере 100 человек. Как сказал один из репортеров, только в одной из гостиниц находилось около 70. В зону бедствия направлено 30 санитарных машин и 5 самолетов со спасателями. Несколько спасательных команд приехали из соседних провинций. Напомним, что в результате предыдущего землетрясения силой 7,6 балла, которое произошло в этой же области 23 октября, погибло 600 человек. После этого тысячи людей, лишившиеся крова, продолжают ночевать в палатках при минусовой температуре. Мощность второго землетрясения 5,7 балла обычно не влечет за собой больших разрушений, однако в этот раз провинция еще не успела оправиться от предыдущего бедствия, и многие дома были в аварийном состоянии. Турция расположена в сейсмически опасной зоне, и небольшие колебания испытывает почти каждый день. Наиболее разрушительное землетрясение произошло здесь в 1999 году, тогда погибло 20 000 человек.